Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала на своей холостяцкой кухне. И сегодня я с вами решил поговорить на тему, что нельзя хранить в холодильнике. Итак, смотрим. Итак, друзья мои, что же нельзя хранить в холодильнике? Помидоры нельзя хранить в холодильнике, потому что они быстро потеряют свой аромат. А я помидор. Так как холодный воздух в холодильнике останавливает процесс созревания. И поэтому вкус и запах улетучиваются. Кроме этого, холодный воздух влияет на текстуру плодов, разрушая мембраны внутри, делая их мучнистыми. Интересно, интересно. Что же нельзя еще хранить в холодильнике? Это базилик. Сохранить вкус и аромат базилика – большая проблема. Базилик имеет свойство впитывать запахи всех продуктов, находящихся в холодильнике. Итак, что же еще нельзя хранить в холодильнике? Картофель. Я картошка. Под воздействием холода картофельный крахмал быстрее превращается в сахар. Запомните это. Итак, продолжаем. Чеснок. В холодильнике ему тоже не место. При низких температурах он начинает прорастать и плесневеть. Запомните это. Следующий у нас лук. Я лук. Высокая влажность ведет к тому, что лук быстро становится мягким, портится и плесневеет, что приводит к его порче, просто-напросто. Авокадо. Хранение плода авокадо тоже есть свои нюансы. Если вы купили спелый и не хотите его использовать в пищу, можно его поместить в холодильник, но ненадолго. Но если фрукт не дозрелый, так и останется неспелым и со временем просто-напросто испортится. Оливковое масло. Большинство домохозяек согласятся со мной с тем, что хранить оливковое масло в холодильнике не самая лучшая идея. Под воздействием холода масло конденсируется и приобретает жесткую структуру. Появляется горечь и белый осадок. Хлеб в холодильнике нельзя хранить, он будет засыхать еще быстрее и, естественно, не пригодится нам в пищу, если только не использовать его, к примеру, на сухари. Кофе также нельзя хранить, как и базилик, впитывает все запахи других продуктов, хранящихся в холодильнике. Мед. Держать мед в холодильнике нет никакой надобности, он прекрасно сохранится в банке с закрытой крышкой. В холодильнике он быстрее кристаллизуется. Лимон, лайм, апельсин, мандарин не нужно держать в холодильнике, они теряют часть своих свойств и вкусовых качеств. Бананы. Бананы выделяют этилон, что портит соседние продукты, в холоде быстрее чернеют и портятся. Шоколад при низких температурах покрывается белым налетом, теряет эстетичный вид и вкус. Еще также в холодильнике ни в коем случае нельзя сохранять специи, они теряют свой аромат. Также баклажаны в холоде быстро портятся и на кожуре появляются темные пятна. Говорящий конь! Верно, бес мне вовсе лился. Опять! Но почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Вот так, хорошо. Ну что ж, друзья мои, вот такие вот продукты нельзя хранить в холодильнике. Если кто-то хочет дополнить этот список, пишите в комментариях, я вам буду за это очень признателен. А кому понравилось это видео, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Давайте, давайте. Не сомневайтесь. Всем пока-пока.